Mayday, it is Bravo Oxford. We are under attack. Base report. Hey, does anyone hear us? Bravo Oxford, base online. Report. Shit, base. My people are dead or in agony. Enemy is attacking us. We are linking to Goliath group. Stay online. ФБР. Отдел национальной безопасности. Слушаю вас. Муха, доброе утро. А, здравствуй. Есть дело. На военную базу в округе Нью-Пасса напали. А парни из министерства отдали это дело нам, ХМ? Съезди, хоть проветришься. Кто знает, может, это ребята с Вульфкрафта. Нападение на военную базу. В бывшей горячей точке. Съезжу. До связи. Ага, ну бывай. Сэр, я не отвлекаю? Не отвлекаешь. Говори уже. Я из ФБР, 4-й отдел. Можно посмотреть? Ну смотри, только мне не мешай. Части стены вынесло наружу. Взрывали изнутри. Здесь они уже выходили. Упокой Господь их души. Что здесь произошло? Попробуем восстановить ситуацию. Стул стоял здесь. На нем сидел часовой. Что это? Эй, это запретная зона. Уходи! Вот же! Наблюдатель оперативно поднял тревогу. Алам! Алам! Защитники очень умело использовали рельеф местности, превратив пересохший канал в своего рода окоп. Это оружейный склад всей базы. Быстрее! Нашим нужны гранаты. Какие ящики брать, хозяина? Неважно, любые бери. Нам это все не нужно. Осталось лишь два ящика. На них маркировка патроны. Какой смысл красть оружие? Но не взять к нему патроны. Это явно ложный след. Надо осмотреть единственный труп, который оставили нападавшие. ХМ очень похож на члена террористической группировки, которая действовала здесь лет 7 назад. Эх, и весело же было. Ну ладно, это явно подделка на их знаки отличия. Они выглядели по-другому. А вот, какой калаш. Обычно преступники используют очень старый АКМ, но этот как будто только что с завода. Таких уже не производят. А если и производят, то только. Бинго. Вульфкрафт отправил группу на саботаж базы. Это дело государственной безопасности. Надо проследить за ходом поисков этой псевдобанды. Прием. Мираж 1. Вы на связи? Ожидаю приказов.